Поехали! Тормози! Держись! Мне ремни пристегнул? Уже приехали! А теперь мы на этом, Европе, на велосипеде. Правой рукой. Теперь на тандеме едем, на велосипеде. Нет, справа руль. Да, справа руль. Почему ты такой маленький? А я просто мало кручу. Ай, вот так. А теперь обратно. Ходи сюда. Пьяные. Ехали на машине. Затворили дочку. Бедная дочка. Действительно, чего ты смеяться? Да, ты понял. Чтоб дедушка был здесь желанным гостем. Вчера был здесь. Если унитаз, то зовите. Или что еще, то зовите. Первый ему, я ко царю, и Богу. Первый мой единый до Бога Отца живы. Двадцать лет мы земли видим, мы все не видим. Единого Господа Иисуса Христа Сына Божия, и народного книжного Тарантенного Христа. Света от света Бога истины. И специально тебя очень беспокоило и интересовало, в чем же ты там говорила? И мы прослушали. Ясно, что я.
маму. Купила Регонду. Ну, вы знаете, что это, как называется? Кровать? Нет, нет, нет. Утратила. Ну да, да, Регонда была проигрывана. На ножках красиво такая. Да, 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 было одно время. Вы знаете, вот, и так трудно мне, и детей надо воспитывать, и еще вещи такие покупать. Есть. Ну и вот, как приведет сын этих друзей, и вот они ее там и верчат там, и на магнитофон записывают, и пластинкин там ширик-тырк-тырк. Я кричу, Олег, как тебе не стыдно? Мать бьется, бьется, работает на заводе такой, вот заработала, сама себе ничего не купила, купила вам это радио. Ну зачем так его добивать? Взяли это все и записали. И тут, значит, я в сарай там, ну, как я жила в деревне. Мама, мама, послушай. Я говорю, что там слушать? Опять эти симаши, что я говорю. Ваша речь. Ой, что это так дорого, я заплатила ее. И опять там, снова. Я говорю, что вы говорите? Я говорю, вам больше делать нечего. Юлия Анатольевич нам всегда говорил. А, у нас не так. У нас тоже. А почему у вас нет? Мы же не знаю, может быть, потому что мы отстаиваем воду. Мы из крана не пользуемся сразу. А эта вода дважды кипяченая. Все равно, я не знаю. Там, видимо, выдыхается. У меня 6 трехлитровых банок на столе стоит. Да. И по очереди вот так пользуемся и наливаем с собой. Получается, не меньше сутки, двое стоит. Турец попил. По телевизору какой-то. А вот теперь опять начну вот это опять переливать. И как там еще что-то делается. Я тоже подумала, что, наверное, надо просто чай, а то воды много получается. А куртец, куртец, куртец. Франческо, куртец. Опа! Опа! Мне так страшно, мало ли что-то. Сорваться надо вот это. О боже мой! Илса, смотри, над твоей дочерью издеваются. Краюшку хлеба, это же молчит. Молчишь? Молчи. Да, весь фильм. Только если попробует печеньем, потом хлеб не закончит. Равно. Мама все время считает, что она не доедает. А вот теперь опять начну вот это опять переливать. И как там еще что-то делается. Я вот тоже подумала, что, наверное, надо просто чай, а то воды много получается. А куртец? Я просто переводчик. На шкаф ее посадили, да? На шкафу сидела сейчас. Да, сейчас катушка без этой. Сделать не могу. Это очень много. Да, thank you.
На фоне лампочки Ильича, пожалуйста. Проходите, пожалуйста, лампочку Ильича, пожалуйста, не забудьте снять. Не знаю. Вот. Я, значит, согласитесь, да, с тем, что я поступаю совершенно нестандартно, да? Что, во-первых, у меня квартира нестандартная, да? Ну, я сама нестандартная, да? И поэтому я вас приглашаю, вот таких, и я очень вам признательна, что вы всех пришли, вот, и что не обиделись, что стол был не подготовлен, что вот такие условия. Но, что я могу вам сказать, в моем понятии входины, это и есть, мы перешли через порог, здесь вот эти коробки, здесь, значит, все всякие неудобства, нюансы, но мы вместе. Я прошу, значит, давайте выпьем за мое благополучие в этом доме. Вы все знаете, как я долго этого ждала, да? Как, в каких условиях и как я жила. И я думаю, что вы от всего сердца мне желаете самого хорошего, да? Я в этом не сомневаюсь. Я вас всех люблю. Давайте выпьем за это. Можно не вставать? За наше благополучие, скажем. Да. Ура! Да. Мы еще тут знали, что переезд в туалет, а не поехали, да? Да, надо было просто не заметить. Дайте прижать к чужому мужику, большому такому. Пока. Миша, где такая? Главный дизайнер спит и даже похрапывает. Ну, потом это покажет. Потом можно шантажировать. Конечно, будешь шантажировать? Было бы неинтересно жить. Ну что-то мне тут вот... Мой папа всегда говорит на Марисе, мой любимый зять. Я спрашиваю, у тебя еще несколько их есть, что ли? Все говорят, что он твой любимый. Подходи. Ну ты любимый. Не возьму племянник. Ой, нет. Я уже забила. Понял. Это Сережа просил кофейник. Не дай нам. Марис, прости. Да нет. Я скажу, Руслан выкурит и еще даст. Хорошо. Хорошо? Повод есть. Thank you.
говорить на своем дне рождения первое, да? Когда сидишь и ждешь, как все начнут говорить тебе там вот тосты и похвала, как будто вот ты обязываешь людей. Сам первый выступаешь и говоришь, все отлично, давайте выпьем. Все расслабляются, и тогда все так очень хорошо пожелают, и потом пожелание и любовь так и льется. Вот, в общем, Илза, ты молодец, я тебя люблю, что ты нестандартна. Вот, и с Эриком говорим, и я бы еще раз повторю, что да, действительно, несмотря, если, может быть, там какие-то и были воспитательные такие действия, но все-таки я легко Илзу. Я легко Илзу воспитывала. Илза вообще очень понятливый ребенок. Пусть там как-то или как, или что, но все-таки доходила. И мы уже находили Илзу. Конечно, дорога из садика, да? Она чем была замечательная, что по этой дорожке были выломанные кусты, веточки от кустов. Потому что мы выходим, мы увидели, мы счастливы, друг друга видим. Вдруг на полпути ребенок портится. Что мама делает? Я начинаю выламывать эту веточку. Она долго и плохо отламывается. Илза уже, значит, где-то полкилометра впереди. Я пока эту веточку отломала, следом за ней. Все равно нагоню. И прямо вот на улице шел процесс воспитания. И я еще бежала и говорила, что я буду жаловаться, потому что мама ломает кусты. Франческо у меня тоже общественным хвостом. Это семейное. Это, наверное, мое. Но когда мы встречаемся там с мамочками, знакомыми, с друзьями и говорим на эту тему, я всегда говорю, что у меня, даже близким родственникам, что я горжусь своим ребенком.
Действительно, что вы так на меня все смотрите, вы меня здесь смущаете. Ну как иначе? Мы слушаем внимательно. Илза достойна уважения. Это моя точка зрения. И вообще, значит, мы как-то, ну я не могу сказать, с какого возраста, но мы были подругами. Потом был у нас такой период очень сложный. И я могу даже немножко рассказать, Илза, ну как бы детская обида, как-то вот она проявилась, она мне сказала, что вот мама, ты меня наказывала, ты чересчур меня обила. И мы могли бы с ней даже расстаться, да, потому что у меня такой возраст еще интересный, я еще могла нарожать кучу детей. И я подумала, что если я, например, сейчас не найду как бы варианты, чтобы вернуть ребенка, то я ее могу потерять на всю жизнь. Цирк с конями. Оля, как тебе? Оля, как тебе сюрприз? Ольга Евгеньевна, так бы сели бы и не заметили бы даже, кто это, что это, да? Ребята, я могла предвидеть. Слушай, я могла предвидеть.
сложный уход. Напой тихонько мне, который край березовый, малиновой заре. Мы в восторге от наших детей. Дети нам приносят приятное, балуют нас, любят нас. И мы купаемся вот в этом наслаждении. Мы здесь с вами собрались действительно, что у нас действительно все хорошо. А хорошо когда? Когда хорошо у наших детей. Давайте выйдем. Давайте стоя за детей. Не обязательно так их баловать. Да, нет, но можем. Она нагибается, Оля, нет. Отлично. Но она не чувствует. Только делайте перевес сюда. Да. Чтобы там нагрузка да. меньше была. Потому что там уже. Отлично. Могу устать и пропустить ход. Как Кирилл? Я. Не ложись без погоды. Лови. Tu līdz mām nesagāzīs to ar... Я не дотронулась. Nē, es redzēju, ka neviens nepieskārās, ka viņš pats sagāzās. Первую обложку. Да. Журнала, ну погоди. Крокодил. А ты пац, Вега, попси, да ты сагазаешь? Ага. Франческе надо было подсказать, она обняла по семечку как раз. Сема! Сема, иди сюда. Вот она просто воды на сагазе. Не надоели вы, всем не надоели. Я последняя. Я не главная, я последняя. Главное ты. Это все сказать в голове. Но я последняя, я не в голове. У меня есть такое, знаешь, лично сказать вот, Кириллу, не просто говорить о нем, что он как там третье лицо, да, а хотелось, ну, ему. Вот, значит, вот, Кирилл, я тебя увидела, Кирилл. Тебе
шел третий день жизни. Я в роддом пришла. И я тебя назвала Пути. Пути. Ну, значит, удивительно, что это слово появилось. Это, значит, итальянское такое слово есть, которое применяется к маленькому младенцу мужского пола. И их художники рисуют там с крылышками, вот типа там ангелов таких, да, Пути. Но она, конечно, по-итальянски звучит по-другому, а по-русски она Пути. Вот. И хотела сказать, что, Кирилл, что не потому, что в нашем роду есть фамилия похожая, да, Путан у нас, значит, мой отец Путан, и тут вдруг ты Пути. Вот. И, значит, Кирилл взял меня, значит, за пальчик, вот я, значит, его так, и один я своим всеми пальчиками, и он за указательный палец взял, крепко-крепко сжал. Это третий день мужичку, да? Ну, в общем, как говорится, знакомство состоялось. Ну, а когда там, мне его развернули и показывали, ну и действительно у него все красиво. И когда там, значит, спрашивают подруги и знакомые, на кого похож? Вот, я говорю, похож на ребенка. А теперь, когда Кирилл повзрослел, то он похож на ребенка, которого снимают в рекламе. Очень красивый наш Кирилл. Ну вот, и вот это чувство, которое, как я чувствую, конечно, затаив дыхание, да, и у меня нету, естественно, там боязни и страха, что он маленький, какой-то хрупкий, да, но хочется брать бережно в руки, бережно, ну, так как сейчас тяжелый стал Кирилл, такой не очень-то и на руках его поносишь. А начало чувства Кирилла у меня находится где-то, ну, можно было сказать, что место диафрагмы, а может быть, даже где-то набедренье, да, вот как-то отсюда, и расходится, может быть, что-то я разволновалась, и расходится, вот как срез дерева, да, кольцами идет, и вот... Вот, оно все растет, растет. Сентиментально стало.